не подвластны красою наших душ и наших тел живых. Мы только будем страсть других, а сами холодны бесстрастны. Но в глубине души мы можем так любить. Мы дразним и зовем, и очаровываем взглядом, чтобы внезапно, оказавшись рядом, заставить обо всем забыть. Наш взгляд глубоко чистый, как у ребенка. Мы ищем красоты, и мир для нас красив. Когда про все былое позабыл, смеемся весело и звонко. И как светла изменчивая даль, так светил дух наш, радостный и чистый. И ничего на свете нам не жаль, за милых взглядов, веселых и лучистых. Образ русалки представляется мне очень загадочным. В нем воплощена вся полнота женской сути, красота, таинственность и женственность. Образ женщины воспет в лучших творениях мировой культуры, потому что именно в ней есть великая тайна. Она непредсказуема, как морская стихия, от полного штиля до гневного, бурлящего шторма. А заинтриговать и увлечь за собой мужчину русалкам удавалось.